В белорусском городе Березино состоялся третий фестиваль колокольного звона «Березинские перезвоны». За эти годы он уже стал визитной карточкой и культурным событием Минщины. Послушать звоны приехали гости со всей Беларуси. О чем звонит колокол, узнали наши белорусские корреспонденты. Музыка для души. Начало лета для жителей Минщины ознаменовалось ярким на эмоции и теплым по духу праздником. В деревне Крупа Минской области у часовни с купелью на семи источниках в честь святителя Николая Чудотворца состоялся Троицкий фестиваль колокольного звона «Березинские перезвоны». Сегодня здесь великое торжество, праздник, который собрал многих людей со всех окраин. Это фестиваль колокольного звона, Троицкий фестиваль, Березинские перезвоны, который уже проходит третий раз на нашей Березинской земле. Это место – особо благодатный островок, куда почти ежедневно приезжают паломники со всей Беларуси и даже из-за рубежа. Находится он в 35 километрах от города Березино. Именно здесь вот уже в третий раз состоялся фестиваль «Березинские перезвоны». По традиции фестиваль начался с водосвятного молебна. Праздник звона собрал как местных звонарей, так и гостей из Минска, которые исполнили разные виды звонов. Каждый звучал неповторимо, ведь, как утверждают мастера, повторить один и тот же звон просто невозможно. Во время концерта звонари березинских и минских приходов совершали колокольный звон на четырех звонницах, прославляя триединого Бога. Обычно звонаря на колокольне не видно, как он звонит, тоже незаметно. Но сегодня такая вот будет счастливая возможность. Мы чуть-чуть приоткроем дверь искусства под названием «Колокольный звон». Издревле звон играл важную роль в жизни христиан. У современных христиан звон вызывает самые разные чувства. Чаще всего это восторг, радость и воодушевление. После официальной программы участники фестиваля делились опытом со всеми желающими. К слову, колокола подчинялись и большим, и маленьким ручкам. Завершающим аккордом фестиваля стало выступление хора Всехсвятского прихода Минска. Эти березинские перезвоны, эти голоса, этот праздник, я думаю, они нас еще больше подняли туда, куда зовет нас всех Господь. Об усталости думать не пришлось. Организаторы фестиваля позаботились в полном объеме, чтобы каждому участнику и гостю было комфортно и сытно. Всех желающих от души угощали дымящейся ухой, шашлыками, разного рода выпечкой и чаем. Пока взрослые наслаждались трапезой, дети времени не теряли, звонили в колокола вдоволь и на радость всему миру. Фестиваль звона «Березинские перезвоны» получился атмосферным и семейным. Интерес к нему год от года только растет. Привлекает не только добрая атмосфера, но и само место его проведения у источника. Побывав здесь, мы можем смело сказать: колокольный звон находит отклик в сердце каждого человека. Равнодушных к этому искусству практически нет. Фестиваль колокольного звона «Березинские перезвоны» состоялся в городе Березино в третий раз. И у него точно будет продолжение. Сергей и Дарья Мардарьевы, портал «Собор Бай» для телеканала «Союз».